кочерышку какую-то взял. Корень. Какого-то дерева. Дождь моросит. Гулять никто не отменял. Положим по всем. Можно. Ну вот куда? Так-то он не такой длинный. Пошли, пошли. Сейчас в магазин заходили. Все такие, ой, какой хороший, красивый. Необычный. Собакевич. Пошли, хватит грызть. Пойдем. Ой, у нас даже негде погулять. Стал очень жесткий вопрос по поводу каких-то мест для выгула собак. На самом деле вообще их нет у нас в нашем городе. Поэтому приходится вот как-то так. Была ситуация недавно, что у нас есть лесополоса, в которой иногда мы отпускаем собак, чтобы они побегали. Там поляна рядом. Но не всегда отпускаем. Ну, как бы там лесополоса такая заброшенная. Богом. Вот. И особо там не ходят люди, но, видимо, кто-то пошел. И на тот момент как раз... Где палка? На тот момент как раз шли люди. Вот они были весьма недовольны. Ну, это не я отпустила своего, а там вот собаченьки рассказывали. Вот. Соответственно, надо поднимать вопрос по поводу того, что чтобы нам выделяли место, огороженное специально для собак. Скажите, где вы в своем городе гуляете с собаками? Так, чтобы прям отпустить какой-то, может быть, лесополосе или там поляна, может, какая-то есть большая. Или, может, специально отведенное место для собак. У нас вот такого нету. Хотя вообще, в принципе, везде уже, во всех городах, по-моему, есть такие места. Было бы неплохо, чтобы было бы и у нас. Вот так вот ночью, в принципе, можно гулять, отпустить. Но тоже страшно отпускать. Ночью многие кто с собаками гуляет. Не хотелось бы, конечно, каких-то ситуаций. Если моя, допустим, я знаю, точно никого не покусает, то могут покусать ее. Пошли, пойдем, бери палочку. Палочку бери и пойдем, хватит есть. Корягует. Пошли, пошли, пошли. Бери. Уже вся сырела. Корень. Вот ему нравится бегать с корякой этой.